Две новенькие «Лады Гранты» получили сотрудники Новошахтинской детской городской больницы. И благодаря совместной работе, тесной с нашим областным министерством здравоохранения, нам удалось добиться выделения средств из областного бюджета по одной из региональных программ на приобретение двух автомобилей для детской больницы города Новошахтинска. Общая стоимость автомобилей чуть больше 2 миллионов рублей. Автомобили хорошие, новые, хорошо укомплектованы. Поэтому вам огромное спасибо. И мы на деле убедились, что наказы избирателей выполняются. Нашей больнице машины просто необходимы. В 2020 году для центральной городской больницы был приобретен автотранспорт для обслуживания участковыми терапевтами пациентов на дому, вызова на дому. А детскую городскую больницу тогда упустили, не включили в эту программу. И Людмила Григорьевна, как ни старалась, какие двери не ходила, везде как бы потом машины не приобретались. И вот только благодаря тому, что она обратилась к Александру Сергеевичу Косачеву, решили эту проблему за счет областного бюджета. Спасибо Александру Сергеевичу Косачеву. То есть куда будут ездить эти машины? По вызовам педиатрии к маленьким деткам до 18 лет. Водители уже оценили новых железных коней и их возможности. Вот, ее надо обкатать сначала, чтобы она работала. Для того, чтобы она работала, ее надо аккуратно там, ну, короче, по схеме сделать. Им по схеме нужно как-то, ну, короче, следить за ней нужно. Вовремя масло менять, там вовремя фильтра менять. А потом уже начнем побольше. Еще 3 машины запланировано передать детской городской больнице в следующем году.